Добрый день, уважаемые коллеги. Я Плавник Родион Борисович. На ближайшей лекции расскажу вам о том, как использовать и применять стандарт бухгалтерского учета «Бухгалтерская финансовая отчетность в условиях инфляции». Мы поговорим с вами, какие объекты бухгалтерского учета подлежат переоценке под коэффициенты инфляции. Мы поговорим с вами о том, кто это должен делать и какими способами. Смотрите на видеоконсультанта.